Жителям Канска предложили доработать готовые эскизы общественных пространств на свой вкус. В январе администрация города провела голосование, которое показало, что у жителей в приоритете 4 зоны отдыха. Центральный парк, сквер возле молодежного центра, зона в поселке Строителей и возле детского сада номер 44 претендуют на благоустройство. Накануне стартовала работа творческих мастерских, в рамках которых жителям дали возможность высказать свои пожелания. Это большой проект, который на территории всей России проходит сейчас, в рамках которого будут благоустроены дворовые территории и общественные пространства. В 2017 году этот проект уже стартовал и были благоустроены две территории. Это парк культуры отдыха и привокзальная площадь. А в этом году будет продолжено благоустройство новых территорий, которые будут выбраны в результате голосования, которое пройдет 18 марта. Центральный парк, благоустройство которого было начато в прошлом году, предлагает преобразить за счет информационных стендов зеленых насаждений и лавочек. Фонтан венчал центральную аллею. От него расходились в разные стороны тропинки к аттракционам, комнатам смеха, танцевальной площадке. Сначала колесо обозрения. Рядом с ним две оградки с качелями и лодочками и большие цепочные карусели. И как бы жителям не хотелось видеть в нем аттракционы, к сожалению, федеральная программа не предусматривает такие виды работ. И о былом прошлом приходится только ностальгировать. Место расположения очень хорошее, это центр города. Ну и это изначально уже та территория, которая уже была обозначена парком. Люди хотят сами формировать комфортное пространство для себя. Это доказала встреча, прошедшая в детском саду номер 44. В обсуждение эскиза включились неравнодушные жители района Горсад, воспитатели дошкольного учреждения и родители воспитанников. Наш проект предполагает разбивку территории на несколько зон. Это спортивная зона, зеленая зона, зона отдыха и такая вот площадка для проведения каких-то мероприятий для жителей микрорайона, для детей и для взрослых, которые проводят коллектив нашего детского сада. Сквер возле Восхода, проект, который много обсуждался и в прошлом году на этапе принятия решения, какую же зону все-таки благоустроить за счет федеральных средств. Специалисты молодежного центра предлагают множество идей, среди них креативные лавочки по типу тех, которые стоят на набережной. Сегодня мы расскажем в общем о реализации данного проекта на территории города Канска, о итогах 2017 года и расскажем о молодежном центре, какие есть идеи, какие, возможно, будут у участников. Ну, то есть в основном это чтобы получить информацию от участников о их планах на территории молодежного центра. Эскизы, разработанные в рамках проектных мастерских у жителей города, есть возможность увидеть и еще раз обсудить на Урбан-форуме. Он пройдет уже завтра в стенах городского дома культуры. Начало 18:00. Денис Гончарук, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.